Выступали около 100 ребят в возрасте от 4 до 15 лет. Могли участвовать только каратисты, которые занимаются не более 2 лет и имеют белые, желтые и оранжевые пояса. К дисциплине ката комплекса технических упражнений допустили не всех, а только тех, кто знает самые простые базовые элементы. Лучшими среди младших спортсменов стали Максим Бойко, Денис Крохум, Настя Кашпура и Валя Иванова. Денис и Настя повторили свой успех и в дисциплине кумите, в спаррингах. Особый интерес вызывали поединки как раз в самых младших категориях – 4, 5 и 6, 7 лет. Особенно блистали тут Никита Ким, Артур Лысенко, Максим Лапшин и Матвей Комаров. К сожалению, не все ребята вовремя пришли в карате, но и среди них есть весьма перспективные спортсмены. 9-летний Валерий Агай пришел позже всех, но так упорно тренировался, что успел догнать и перегнать своих сверстников. Сейчас воспитанники Федерации карате Уссурийска готовятся к мастерскому чемпионату Дальневосточного федерального округа, который пройдет 19 и 20 февраля во Владивостоке. Попробуют выполнить норматив мастера спорта России Владлен Иванов, Роман Цибульский и Владимир Ахмолин.